С вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 20 июля, Международный день шахмат. Одно из величайших интеллектуальных игр мира. И хотя история игры насчитывает более 1500 лет, отмечать Международный день шахмат начинают только с 1966-го. Ну а привязались, видимо, к конкретному событию. В 1924 году в Париже основывается Международная шахматная федерация ФИДЕ. На сегодняшний день шахматные турниры в честь знаменательной даты проводятся в 181 стране мира. Также сегодня Международный день торта, посвященный дружбе и миру между людьми, странами и народами. У него есть девиз: «Я приду к тебе с тортом». У истоков этого сладкого праздника стоит некий миланский клуб «Королевство любви», сообщество друзей, членами которого являются музыканты, кулинары и другие увлеченные творческие натуры. Сегодня же организаторами праздника являются Международный оргкомитет «Королевство любви» при содействии национальных оргкомитетов. Ну а теперь родившийся в этот день, в 1304 году, родился Франческо Петрарка, великий итальянский поэт, мыслитель, ученый, певец любви, целомудрия, смерти, славы, времени и вечности. Амур, что был со мною неразлучен на этих берегах до неких пор и продолжал со мной с волнами спор, который не был никому докучен. 1768 год, день рождения Прасковьи Жемчуговой, крепостной актрисы. А в 1924 на этот свет появляется Татьяна Лиознова, кинорежиссер. «17 мгновений весны», «Три тополя на Плющихе», «Мы ниже подписавшиеся». В 1930 году родился Олег Анофриев, актер и композитор. А в 1938 году кинорежиссер Алексей Герман. Его работы «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Хрусталев машину» и многие другие. Год 1940, день рождения Давида Тухманова, композитора-песенника, народного артиста России, лауреата премии Ленинского комсомола. Три самые известные песни, которые, как мне кажется, знают все: «Как прекрасен этот мир», «Мой адрес – Советский Союз», ну и, конечно же, «День Победы». В 1941 году родилась Людмила Чурсина, киноактриса. Ее кинодебют состоялся в 1961 году в картине «Когда деревья были большими». Ну а первая серьезная и большая работа в кино – роль Дарьи в «Донской повести». Она принесла ей оглушительную славу. В 1947 году родился Карлос Сантана, музыкант. Будучи мексиканцем по происхождению, он внес огромнейший вклад в популяризацию так называемого латинского рока, за что неоднократно был награжден престижной музыкальной премией Грэмми. Ну а теперь о событиях 20 июля. 1882 год. Испытание прототипа самолета Александра Можайского. Аппарат спроектирован и построен морским русским офицером в последней четверти 19 века. Он первый в стране и один из первых в мире самолетов, которые предназначались для подъема человека. Документов, непосредственно зафиксировавших ход испытаний самолета Можайского, не сохранилось. В позднейших источниках рубежа 19-20 веков указывается, что он потерпел аварию при попытке взлета. 20 июля 1893 года по инициативе министра финансов графа Сергея Витте было утверждено положение о казенной продаже питей. В России вводилась государственная монополия на спирт и выделку водки. Государство пытается пресечь незаконный оборот спирта и искоренить напитки сомнительного качества. По всей стране открывается 40 тысяч казенных винных лавок. 20 июля 1926 года уходит из жизни Феликс Дзержинский. Он был весьма работоспособным, налаживал работу транспорта, ловил беспризорников и твердой рукой управлял народным хозяйством, ну и, конечно же, ЧК. Смерть его до сих пор остается загадкой. В тот день Дзержинский произнес пламенную речь против уклоняющихся от линии Ленинской партии. Из-за нервного срыва ему стало плохо, и в тот же день он скончался от сердечного приступа. Говоря другими словами, умер на боевом посту. 1940 год. Американский музыкальный журнал Billboard публикует первый список самых популярных у читателей песен. Ранее в журнале уже публиковались подобные списки, но представленные в них данные давались компаниями-производителями и отражали популярность пластинок, производимых только ими.
1941 год. Умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. Надпись Брестской крепости от 20 июля 1941, почти месяц после начала войны. Защитники Брестской крепости продолжали сражаться, когда немецкие танки уже входили в Минск. Крепость освободили 3 года спустя, 28 июля 44-го. Указом Президиума Верховного Совета СССР Брестской крепости присвоено почетное звание «Крепость-герой» и медаль «Золотая звезда». 1944 год. В Восточной Пруссии в Германии совершается покушение на Гитлера. В ставке фюрера в Растенбурге бомба взрывается рядом с фюрером, но Гитлер не пострадал. Подложивший бомбу граф Клаус фон Штауфенберг застрелится в тот же вечер. 1969. Американский космический аппарат «Аполлон-11» совершает посадку на Луне. Они оставались на спутнике Земли более 21 часа, совершив один выход на ее поверхность. На следующий день участники экспедиции действительно отправились на прогулку. По словам астронавтов, двигаться по поверхности оказалось легче, чем во время имитации высадки на Земле. На самой поверхности астронавты находились около 3 часов, собрали более 20 килограммов грунта, вышли на связь с президентом Никсоном и установили американский флаг и табличку. Здесь люди с планеты Земля впервые ступили на Луну. Июль, год 1969 от Рождества Христова. Мы пришли с миром от всего человечества. Но некоторые до сих пор сомневаются в реальности этого полета и самой вылазки на Луну. И последнее. В 1955 году для всеобщего обозрения вновь открыли Московский Кремль. Еще в 1547 году он стал официальной резиденцией российских царей. Тогда, когда Иван IV Грозный принимал титул царя. В 1810 году по указу Александра I в Кремле было построено здание музея, которое получило название Московской оружейной палаты. Ну а после октября 17-го Кремль закрыли для посещения. Там стали жить и работать новые советские чиновники. Через несколько десятилетий народ хлынул в Кремль. Хотя, как говорят, смотреть в общем было уже нечего. Уничтоженный в 20-30-х годах Чудов и Вознесенский монастырь, Малый Николаевский дворец, собор Спаса на Бору. А музеи Кремля откроются лишь в 1961-м. Но увидеть своими глазами сердце России по-прежнему мечтают миллионы людей по всей планете. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».